Привет-привет! Вы на канале «Зеленый огород». С вами Елена. Сегодня я продолжаю цикл роликов, где мы снимаем томаты, которые выращиваем в поликарбонатной теплице, а также на улице. И сегодня пришла очередь такого великолепного томата, который называется «Пузата хата». Томат просто один из лучших. Великолепный сорт. Он высокорослый. Очень богат на урожай. Посмотрите, какие великолепные кисти. И вот здесь зеленцов сколько. А посмотрите, какая идет третья кисть. Какие они все большие. На втором томате то же самое. Посмотрите, какие большие томаты. И вот вторая, третья кисть, они все увешаны. Вот там, если посмотреть в веточках, все увешаны плодами. И наверху завязываются тоже очень крупные плоды. Хочу сказать, что томат очень высокий. Он у меня уже больше 2 метров. Я его уже даже верхушку обрезала, так как сегодня у нас 3 августа. И вот на 3 августа томат выглядит таким образом. Он не болел, не подвергался никаким вредителям. Завязывает очень хорошо. Кисти от 6 до 9 штук. И сейчас я хочу уже вызревшие томатики вам показать, как они выглядят на разрезе. А также некоторые плоды мы взвесим. И обязательно я поделюсь с вами, какой этот томат на вкус. Я в теплице высаживала 4 штучки пузатой хаты. И формировала в один стебель. И 2 кустика формировала в 2 стебля. И посмотрите, какие плоды. Вот один плод вообще не очень-то и похож на пузатую хату. Но тем не менее, это не гниль, это просто он уже переспевший. Давайте теперь взвесим, какой же у них вес. Начнем с этого томатика. 233 грамма. Так, и стандартные томаты, они вот все примерно вот так вот выглядят. 164 грамма, этот 176 грамм. Ну и когда снимала, случайно обрезала кисть с зелеными, посмотрим, сколько они по весу. 143 грамма, 159 грамм. В принципе, томаты очень крупные, и их очень много. И чем они мне нравятся, вот я сейчас покажу, какие они на разрезе. Вы посмотрите, какой томат. Одно мясо. Конечно, семенные камеры есть, и семян довольно много, но тем не менее он очень имеет много мяса. Сейчас мы попробуем его на вкус. Томат очень мясистый, очень сочный. И очень сладкий. А кожица просто, ну, ее не ощущаешь. Она очень тоненькая. Томат очень вкусный. Их просто изобилие вырастает на одном кусту. И я рекомендую выращивать. Я думаю, что этот томат теперь в моей теплице задержался на долгие-долгие годы. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.